В энергетическом колледже города Каспийска 6 июля состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам об окончании учебы в образовательном учреждении. Началось мероприятие с традиционной зажигательной лезгинки в исполнении ансамбля «Арс». С приветственным словом и напутственными словами перед выпускниками выступили почетные гости. Министр энергетики и тарифов региона Марат Шихалиев, директор филиала, дагестанский филиал «Паурус Гидро» Тимур Гамзатов, председатель попечительского совета колледжа Шамиль Буртазалиев, а также исполняющий обязанности директора филиала «Паурус сети Северный Кавказ Дагэнерго» Сергей Пашин. Выпускникам колледжа счастливого пути, пожелать, чтобы все, что о чем задумали, реализовалось в вашей жизни. Ну, а от себя хочу, конечно, поделиться тем, что вот колледжское образование – это специалисты, которые будут работать непосредственно на производстве с оборудованием, будут непосредственно принимать участие в производственном процессе. После торжественного вручения дипломов приглашенные гости приняли участие в круглом столе. Темой встречи было создание учебно-производственного кластера «Электроэнергетика». Они обсудили возрождение института наставничества и увеличение времени практической подготовки на производстве. Хотелось бы, чтобы мы делегировали каких-то производственников на чтение каких-то, может быть, какие-то публичные лекции, какие-то дисциплины, может быть, кто-то мог бы взять на себя, например, да, вот. Это тоже было бы очень хорошо и приветствовалось. Помимо этого, поднимались темы, касающиеся создания лабораторий и классов с привлечением производителей энергетического оборудования, а также обсуждение вопросов конференции «Энергетика Республики Дагестан. Создание современной интеллектуальной энергетической инфраструктуры». На месте тоже не стоит.